Как вы любите хоккейный «Спартак»? Что вас связывает с этим клубом? Ну, связывает меня то, что я «Спартач» в втором или третьем поколении. У меня мама родилась на стадионе, Жреево поле, Сокольники, поэтому это у меня в крови. Я начал ходить там, играть в теннис, поэтому начал свою футбольную карьеру успешную и быстро закончил за полтора месяца. И мне сказали, что мне не надо этим заниматься и перейти заниматься теннисом. То есть было как-то, с чем нюансы связаны? С антропологией какой-то? Как-то более... Просто мама тренер. А, просто. Меня особо никто не спрашивал. Сказали, давай с футболом не будем заниматься, а будем заниматься теннисом. Ну, что я могу сказать маме? Да, могу. Были в этом сезоне, точнее, были наверняка вот на матче «Спартака»? Какие? Были. Что вас зацепило особенно? Ну, что он вернулся, что опять появился хоккейный клуб «Спартак», что как-то он непонятно пропал почему-то, как это могли допустить, непонятно. Но благодаря уважаемым старшим товарищам это все вернулось. И собрали команду, к сожалению, они в прошлом году не сыгрались. Не было, никто не... Ну, все понимают. И поэтому надеюсь, что в этом году уже подойдут более серьезно. Смогут уже показать нормальную игру и попасть в плей-офф, побороться, потолкаться задницами и плечами. Вы дружите с Ильей Куличком, если не ошибаюсь. Вот расстроились, что с ним так вот немножко произошло такое в конце сезона? Ну, там непонятная ситуация. Я не знаю нюансов, поэтому я не имею права судить. Ну, конечно, неприятная ситуация. Но я думаю, здесь как-то так объяснять, что как это случилось. Ну, я думаю, обидно точно. Ну а что там произошло, мы не знаем. Это не для наших мозгов. Оставим так. Пожелать Илюхе всего самого наилучшего. Илюха, давай. И вернулся, что он вернулся, естественно. Ваше мнение как болельщик, хочу такое узнать. Сейчас я разговаривал с Каменским. Он сказал, что если Ковальчук захочет, при сохранении зарплаты, вот последний год он мог бы доиграть в «Спартаке», а клубы договорятся между собой. У них «Газпром» общий спонсор. Это красивый ход был бы? Было бы замечательно, потому что Илюха, он из «Спартака», начинал свою карьеру в «Спартаке». Естественно, если Илюха хочет красиво выйти в хоккей, ну, было бы, конечно, шикарно, если бы это была такая красивая история, вложиться очень красиво. Я думаю, что это имеет место быть. И пара вопросов еще задам последних. Вот ты разговаривал там с Карелиным на церемонии закрытия КХЛ. Тоже у него все спрашивают про то, что вообще с ума сошли, как можно проверять эти пробы 2008 года. То есть прям как облава идет на наш спорт. К вам вопрос, в первую очередь, по поводу Шарапова, если волнуется, она вернется или нет? Я думаю, Шарапова должна вернуться. Каким образом, непонятно. Ну и второе, слушайте, по Мельдоне, ну да, там можно создать все, что угодно. Надо просто, это уже детали, это уже техника пошла. Нам надо глобально менять просто, как все это работает. У нас нет ни лаборатории, ни исследовательского центра, у нас нет ни революционного центра. У нас не страхуют спортсменов на весь год, страхуют только на определенные соревнования. И поэтому, конечно, ну, это просто надо менять. Это просто все надо менять. Менять, ломать, рушить, создавать заново. То есть это должна быть правильная команда, потому что уже то, как существует все сейчас, оно себя изжило. И мы просто будем видеть, и мы видим, как это все это сказывается на результатах на Олимпийских играх, на всех остальных. То есть мы кого-то там раздаем там паспорта. Что не против, в принципе. Иностранцы, но, да. Ну, иностранцы, потом считаем, что то, что они выиграли, это наше завоевание. Ну, я считаю, что это лукавство, это такое. Подбивание, как в детстве было, подбивание под ответ. Ну, я считаю, что это неправильная позиция. У нас 140 миллионов человек, если дать всем возможность и сделать все правильно так, чтобы это все работало, конечно, появятся люди. Но у нас, походу, не работает, поэтому я считаю, что надо менять все. То есть плюсы есть в этом? То, что сейчас движуха вот эта идет. Ну, конечно, есть что-то делается, но я просто не вижу тех движений нужных при тех деньгах, которые должны что-то делать. Оно ничего не происходит, у нас все только... Ну, никак у нас. Поэтому давайте уже честно. Никак и ни о чем. Постоянно мы где-то... Что-то у нас постоянно какие-то... Получается все не так. Ну, потому что постоянно у нас какие-то проблемы. То там, то здесь. Поэтому надо решать уже садиться. И хватит уже заплатки ставить, надо решать вопрос уже изначально, глобально, менять платформу, на которой они работают сейчас все. Это неправильно, не жизнедейственно. Самый последний вопрос. Вот если они в июле, там, в июне примут решение, что вообще всю сборную России отстранят от Рио, это трагедия или просто можно пережить? Мы там в Лос-Анджелес пропустили в 84-м, ну, переживем там, передумаем там и начнем жизнь с нуля. Или действительно будет такой какой-то коллапс? Да, ну, я считаю, мы всегда придумаем, почему мы обидимся на кого-то опять. Не надо обижаться, во-первых, не надо сравнивать с политикой, политизировать спорт. Это раз. Если кто-то хочет политизировать, ну, пусть политизирует.
Но это мы не должны на это реагировать, мы должны просто тупо делать правильно свое дело. И качественно, и профессионально. Если у нас будет Ганя делать качественно и профессионально, у нас вопросов к нам не будет вообще. А если мы пытаемся делать как-то, авось проскочит, ну, и как правило, попадается, что пальцы прищемили. Это больно, и крику много. Вот и все, что мы можем сделать. А надо просто это аккуратнее все за этим следить. Спасибо вам большое.